На севере Англии объявлена срочная эвакуация из-за наводнений. За сутки там выпала месячная норма осадков. Реки моментально вышли из берегов, снося все на своем пути. В графстве Ланкашир под напором воды рухнуло 200-летнее здание паба, расположенного на мосту. Более 10 тысяч домов остались без света. Затопило две крупные подстанции, оборваны линии электропередачи, закрыты школы. Для оказания помощи пострадавшим в район бедствия прибыли войска.